это диджей Виджиланд, и я смотрю игру Battle Arena Tournament 2 уже. Уже 2 даже. Там была первая часть, а это вторая. Не, сейчас сам поиграем. Так. Вау, тут уже вон как стало. О, тот же самый дедуля. Давай за него же сразу. Он обдолбанный на всю башку. Капец, трешняк полнейший просто. Как будто я что-то употребляю. О, у него больше отрещены эти. Смотри, а дед драться научился. В первой части не умел. А тут теперь колпачок какой-то одел. Вообще, кому башку такое пришло вообще? Такое сделать. Трешняк. Soul Edge, и то прикольней нам. Ух ты, она по моей голове прошла. Ах ты. Плюшевая. Видала? Какой маникюр у деда. Нифига, дед может прыгать, как Йода этот, зелененький, из Звездных войн. Чё там? Овердрайв? Нифига себе, овердрайв какой-то. Допинай её до смерти там. Дед, давай. Ну, молодец. О, как Стекина уже стырили. Уже бабка как говорит. К этому уже говорил. Фига, он в объятия кинулся к ним. Чего вы на друг друга прыгаете? Понимаю, дед. На молоденький. А ну а ты-то? Фига, дед может прыгать. Давай. Ну, еще один удар. На, будешь молодцом. Вот, можно тебе дать пенсию. Что за обкуренное ты придумал, конечно. Ладно. Новая загрузка. Не старая причем. Икды! Чё ты сказал? Не надо на старших прыгать. Смотри-ка, дед разошелся. Ох ты, нифига, что сейчас было? А? Как это я делал? Как покемончик прыгает. Сливочки с усов вытер. Дай деду убить. Ой, ударить. Тимберлейк, говоришь? Удар. Молодец. Дед может. Даже скинул. И кимидя! Кимидя! Офигеть просто. Йоша! Музыку, наверное, в третьей части добавят. Если она есть.
Тут вон анимация в меню добавилась. Некоторые персонажи те же. Что за обнимки? Да, что это? Овердрайв падает. Это, наверное, плохо. Нифига себе. И чари! Это тот, который говорил no problem в первую часть. Завалил деда. Не матерись. Вырубил его на полсекунды там. Ну, дед, конечно, Фредди Крюгера пересмотрел. Эй, хорош мне мочить. Хватит на него смотреть, мочи давай. Вот он нас завалил. И чари! Ачма-чмари! Да я другого хотел выбрать. Ой, блин. Хочу другого персонажа взять. Смотри. Полная битва. Что за полная битва? Такой. Это вот та баба, что ли, в первой части? А это что за рестлер? А это что за... Ну вот за эту давай сыграем. Батюшки, он тоже обдолбанный какой-то. Одни притурки. Деда взял, он не полоумный. Этого взял. Это что? Это что такое вообще? Так, чё там, какие удары? А, понятно. Ух ты, как я это сделал, прикольно. Акробатика, ёлы-палы. Да чё ты там крутишься? Бить его надо. Добил. Это точно какой-то полоумный делал. Это капец просто. Это что было? Это что сейчас было? Ой. Батюшки, что это сейчас я видел вообще? Это что? Нахрен надо заканчивать. А то мне так надолго не хватит. Меня люди перестанут узнавать после такой игры. Ой, ладно. Что ж, это был DJ Vigilant. Увидимся в другой игре, надеюсь, лучше.